В самом эпицентре событий в Ницце находились четверо казахстанцев. Они стали невольными событиями, свидетелями страшных событий. К счастью, не пострадали. Сегодня в МИД сообщили, что среди погибших и раненых граждан нашей республики нет. Однако в ведомстве не располагают информации о том, сколько казахстанцев могут находиться в этом городе. Дипломаты выступили с заявлением, в котором Казахстан решительно осуждает теракт и соболезнует французскому народу. Для наших граждан в Ницце работает горячая линия консульства. Каждый желающий может обратиться за необходимой помощью. Соотечественников просят встать на консульский учет и сообщить свое местонахождение в дипмиссию. Что касается очевидцев теракта, то им оказали помощь, и сейчас они в безопасности. Обратился гражданин Казахстана, который сообщил, что он находится в гостинице вблизи набережной, английской набережной города Ниццы. И с ним находится еще трое человек. Они опасались за свою жизнь. В окно видели тела погибших и раненых и просили о помощи.